Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и мы абсолютно внезапно продолжаем играть в Майнкрафт на серверах gamai.ru. Сейчас мы находимся на сервере Асгард, и здесь я хочу немножко побегать, поиграть, потому что сюда я заходил всего один раз с момента его открытия. И то тогда немножко побегал, посмотрел, в общем-то даже ничего не исследовал. Сейчас я хочу немножко здесь побегать, заприватить себе территорию, построить какой-то домик, в общем-то немножко обжиться. Для тех, кто спрашивает, нет, это не третий сезон будет на сервере с модами, это так, просто небольшой экспериментальный, скажем так, летсплейчик. Здесь мы поиграем недолго, думаю, серии 4-5, дольше мы здесь задерживаться не будем. Потому что, в общем-то, нет никакого сейчас желания играть в обычный Майнкрафт без модов. Но посмотрим. Господи, скелет на спавне, не бейте меня, я хороший. Так, ладно, где у нас выход со спауна? Кстати, очень красивый здесь спаун, довольно прикольный, много различных порталов. Различные города, я думаю, мы даже, возможно, поселимся в каком-нибудь из этих городов. Так, приветствуем вас на сервере Асгард. С правилами можете ознакомиться на сайте gamai.ru, скайп генерала Опер gamai.ru. То есть генерал у нас здесь Опер, довольно хороший генерал, мы, так скажем, старый коллега. Ладно, в общем-то, давайте отправимся в какой-то портал. Так, где мы будем жить? Дестмунд, Зарзул, господи, Сивентгал, такие странные названия, Гармантул. Так, Инмунд, Энтедайн, я даже не знаю. Винтагор, давайте Винтагор, я хочу жить в Винтагоре. Телепортируемся. Так, посмотрим сейчас, как там у нас со временем суток. Со временем суток, в принципе, нормально, как раз рассвет. Вот здесь ускорение, здесь у нас маяки. Что здесь делает вода? Почему не убрали воду? Вот, черт побери, ладно. Так, у меня здесь нет абсолютно никаких денег, абсолютно ничего нет, только стартовый набор новичка. В общем-то, тот, который дают всем при первом заходе на сервер. Так, даже сейчас посмотрю, возможно, мне упала мана с небес. Да нет, конечно же, $1. Так, я даже забыл прочитать, что это такое. Идите по Редстоуну, чтобы попасть в качалку на иссушителях. Понятно, здесь есть бесплатная качалка. Круто. Но нам пока что рановато для качалки. Мне хотя бы дом для начала сделать. Так. Давайте будем куда-то спускаться и искать себе какую-то территорию. Так, координаты, господи, плюс 2000, плюс 1000. Да ладно. Странные координаты. Очень далеко от спауна этот город находится. Но сюда есть портал, так что все хорошо. Так, вода, нет, на воде домик делать не буду, это мне не очень нравится, так что давайте, наверное, поищем себе какую-нибудь ровненькую площадочку, небольшую, и заприватим себе там территорию. На этот раз делать домик я буду маленький, небольшой, компактный, потому что на Мирроре у меня просто была огромная домина, и она мне совсем не нравилась. Здесь я хочу, чтобы домик был, скажем так, простенький, маленький и с душой. Так, господи, где здесь есть свободная территория? Кажется, впереди что-то есть. Давайте туда пробежимся. Так, очень надеюсь, что там не будет сейчас занято, и я найду себе укромное тихое местечко. Так, серверу, кстати, этому чуть больше месяца, так что за месяц уже здесь успели настроить много различных построек. Хотя я надеюсь, что застроили не все. Конечно же, свободная территория должна еще быть. Потому что даже на больших серверах, на старых, на Мирроре, Гамай и тому подобных, я находил много свободных мест. Так, ну вот здесь вроде бы нормально, правда нужно будет заниматься сильным терраформингом. Потому что здесь так оно в долине. Нет, я в долине не хочу. Давайте, о, курица, привет. Дай мне свое мясо, спасибо. Давайте поднимемся вверх и посмотрим оттуда. Так. Здесь, кстати, не запривачено, я могу ломать блоки, это хорошо, но здесь, блин, чей-то дом. Все очень плохо. Ладно, идем дальше. Возможно, вон там, в том холмике, что-то есть. Будет свободная территория. Так, еще чей-то дом прямо в скале. Ну, я думаю, мы для начала сделаем, как всегда, небольшой бункер, чтобы там складывать ресурсы.
насобираем ресурсов достаточно, и тогда уже займемся самим домом. Так, в общем-то здесь неплохо. Неплохое местечко, вот это все выровнять и себе здесь на этом выступе поставить домик. Вид довольно красивый. Или может быть все же... Так, секундочку, давайте все же здесь. Посмотрим, запривачено ли здесь. Нет, территория свободна, это уже радует. Сейчас будем пробовать привать. Так, нужно перекусить, хорошо. Так, ну вроде бы все здесь свободно. Ну да, нормально. Так, ну здесь равнять немножко придется, но все же, надеюсь, не очень много. Так, здесь тоже свободно. Здесь вот этот дом. Так, он, конечно же, запривачен. Ладно. Давайте начнем приватить, наконец-то. Напишем команду фонд. Берем в руки, так, фонд. Деревянный топорик, как всегда, по традиции. Так, и отмечаем наши две точки. Так, дом у нас будет отсюда. Так, и давайте куда-то вот сюда. Так, что у нас получилось? У нас получилось, в принципе, довольно много места. Ну, я думаю, так будет нормально. Хотя, давайте сделаем вот так, пошире, вот. Чтобы потом у нас не было никаких проблем с границами. Так, немножко его поднимем. Expand. Давайте на 25 или даже... Нет, 25 блоков вверх будет хватить. Так, нормально. И вниз на... Давайте на 10 блоков вниз. 10 down. Так, замечательно. Пробуем приватить. Надеюсь, он не соприкасается ни с чьим регионом. Так, здесь вроде бы свободно. И надеюсь, что мы его нормально заприватим. И надеюсь, что он также не вышел за границы. Хотя нет. За рамки дозволенного я вроде бы не вышел. Дозволено здесь 40 тысяч кубиков привата. Пробуем приватить. Регион. Claim. Так. Давайте назовем так, как мой ник. Так, есть, регион запривачен, здесь я теперь буду жить, супер. Так, давайте здесь сразу же поставим садхоум, потому что когда я умру, когда меня убьют, чтобы я сюда мог быстренько телепортироваться. Так, садхоум, замечательно. На всякий случай проверим. Так, хоум. Так, нужно ждать 3 секунды, да, я здесь не VIP. Я здесь обычный варвар, да и випом я здесь не буду покупать. Его, конечно же, мне здесь смысла нет. Потому что очень долго я здесь задерживаться не буду. Хорошо, давайте установим здесь, под этим деревом. Так, мне хватит этого места? Да, мне хватит. Вот здесь я построю домик. Небольшой, как я уже говорил. Уютный. И будет все очень хорошо. Так, ставим верстак. Так, верстак. Давайте сразу же сделаем себе несколько досок. Скрафтим 2 сундука, чтобы туда складывать ресурсы. Есть. Так. Что я наделал? Упорото получилось. Так. Сундук, ты должен стоять вот здесь. Так. Доски давайте, наверное, оставим половину. Оставим половину. Еды, даже больше, нам с собой много нужно. Это все здесь оставляем, удочки. Ну, в общем-то, как-то так. И берем кирку. Так, этого будет хватить на верстаки. Давайте даже скрафтим с собой один верстак. И идем в шахты, будем добывать ресурсы. Потому что мне нужно железо, мне нужен уголь. Мне нужны железные инструменты, и мне нужно как-то это железо плавить. Хорошо, идем сюда, в эти шахты. Здесь уже, кажется, кто-то побывал, потому что факела расставлены. Но я думаю, это ничего. Господи, там что, чей-то дом? Да ладно, давайте посмотрим. Так, кто-то есть дома? Нет, это даже не дом. Господи, лава. Так, ладно, идем немножко назад. Мои упоротые глаза, давайте снимем эту сетку привата, потому что уже... Вот, уже что-то в глазах аж рябит от нее. Так,
Хорошо, идем куда-то вот сюда. Сейчас, наверное, так, будем копать. Кстати, факела. Так, здесь, кажется, уже все подобывали. Господи, зомби с алмазным мечом, черт тебя побери. Не бей меня, я хороший. Так, ни угля, ни железа, ничего я в этих шахтах не вижу. Хотя вот железо, почему есть? Есть железо. Так, ну хорошо, давайте будем его добывать. Я это все, наверное... Хотя нет, давайте железо добудем так. А потом, когда я начну зарываться вниз в поисках чего-то более ценного, посмотрим, может быть, даже найдем здесь алмазы в этой серии. Хотя не уверен. В общем-то, тогда я ускорю. Сделаем себе одну железную кирку. Так, еще железо. Так, ну в принципе нормально, железа нам будет хватить на инструменты. Было бы еще хорошо насобирать на броньку железную для начала. Так, хорошо. Есть. Сколько у нас железа? 14. Нормально, на инструменты хватит. Парочку кирок сделать. Но у нас нет угля, так что давайте еще поищем уголь. Так. Зомби. Вот еще, кстати, железо. Давайте этого зомби убьем. Умри, зомби. Умри, плохой зомби в алмазной броне и с алмазным мечом. Так, ничего хорошего не дропнул. Кажется, нет. Так, кстати, вот об угле. Так, ставим и добываем. В принципе, неплохая такая пещерка. Есть ресурсы. Уголь, конечно же, это ресурс такой довольно частый. Его очень легко найти в Майнкрафте, но все же, для начала, поначалу он нужен. Это потом уже, когда игрок развивается, тогда уже уголь становится не очень нужным, тогда уже можно будет сделать себе печку на солнечной энергии даже, и вообще никакое топливо ей не понадобится. А поначалу давайте наберем побольше угля, хотя бы стак. Так, зомби, опять ты пришел, уже другой. Ты своего друга позвал, что ли? Умри. Так. Железо, много угля. Все очень хорошо. Начало у нас, в принципе, хорошее. Мне нравится. Если так и будет дальше, если еще я сейчас найду там где-то внизу кучу алмазов, то это будет вообще замечательно. Так. Давайте добудем еще вот этот уголь. Так. Его здесь, как видим, довольно многовато. Ну, в общем-то, да, занимаемся обычными рутинными делами в Майнкрафте. Ну, все же да, я здесь новичок, абсолютный на этом сервере. У меня здесь абсолютно ничего нет. Так что нужно все добывать. Все добываем своими силами. Никаких денег, никаких випов, никакого ничего. Чистое хардкорное выживание. Я знаю, вы меня просили, чтобы я таких серий несколько сделал. Потому что же ты, Андрик, всегда покупаешь себе випы, у тебя всегда деньги, и у тебя всегда все есть. Давай по хардкору. Делаем по хардкору. Так. Что мы еще здесь можем найти? Еще куча угля. Так. Еще куча железа. Так, хорошо. В общем-то, давайте я это все добуду. И чтобы вас не мучить, это все я ускорю. Так, супер, вроде бы все добыли. Надеюсь, музычка на фоне не дает вам заскучать. А тем временем у нас даже наступила ночь. Давайте скрафтим себе несколько кирок. Давайте уже, наверное, даже железных. Потому что это уже почти износилось. Так, крафтим печки. Прошу прощения, если вы слышите звуки ВКонтакта. Я опять забыл закрыть браузер. Новое достижение, горячая штучка. Да ладно, как я давно не получал ачивок в Майнкрафте. Так, плавим все железо. За это время, пока оно плавится, давайте добудем еще вот это. Как раз у нас, надеюсь, на это хватит кирки. В принципе, должно хватить. И отправимся еще глубже. Возможно, найдем алмазы. Что очень-очень бы хотелось. Эх, давно у нас не было таких вот серий копательных походов по шахтам.
Ни в первом сезоне ничего такого не было, ни во втором, ни на Гамае, ни на Мирроре. Прям аж душу отвел. Так, вон еще железо, господи, я в раю. Хотя нет, я был бы в раю, если бы это все было алмазами, тогда да. Ладно, добываем дальше. Черт меня побери, что же я под ноги не смотрю? Ладно. Ладно, будем добывать еще железо. Наверное, даже я буду в этой серии в железной броне. Возможно, даже я успею насобирать на нее. Что же, посмотрим. Так, железо есть. Интересно, там то железо плавится или нет? Я, кажется, не очень далеко отошел. Так что должно плавиться. Так, откуда я упал? Господи, главное сейчас... Так, где-то отсюда. Главное сейчас не потерять... свою печку, которую я оставил. Так, где я ее там оставил? Я уже, кажется, ее чуть-чуть потерял. Так, печка. Здесь железо, здесь еще уголь. Так, давайте-ка сегодня еще добывать. Надеюсь, печку я не потерял. Так, печка, ты где? Так, господи. Так, я явно ее ставил повыше. Кстати, что у нас здесь? Какие-то сундуки. Да ладно, здесь что у нас, спавнер какой-то? Я нашел спавнер? Да, я нашел спавнер. Черт меня побери. Неужели здесь никого до меня не было? Уии, я нашел свой первый спавнер в первой серии. Да ладно, здесь что, точно не запривачено? Да, круто. Теперь как мне его себе запривать? Насколько я знаю, варварам доступны всего лишь один приват. Или, возможно, теперь два. Так. Ладно, давайте попробуем это все заприватить. Экспенд. Давайте на 5 вверх и на 5 вниз. Так. Регион клейм. Назовем AX спавнер. Один. Так, есть, регион запривачен. Хорошо, два привата для варваров есть. Это замечательно. Потому что мне говорили, что для варваров доступны два привата. Так, тут у нас железные слитки. В общем-то вот, искал я печку, а нашел я спавнер. Супер, седло, красная пыль. Все берем. Все в хозяйстве пригодится. Так, дом у нас всего лишь один, да? Так, давайте посмотрим. Set home. Попробуем спавнер 1 написать. Нет, дом всего лишь один, так что придется сюда бегать. Но это вроде бы не очень далеко от моего дома, так что нормально. Давайте здесь все оградим. Так, сундуки, я думаю, можно забрать. Топорика не сделал, ладно. Так, просто их заберем, чтобы здесь не мешали. Да, начало отличное, мне аж прям захотелось здесь чем дольше поиграть на этом сервере. После такого начала нашли собственный спавнер и куча железа, куча различных хороших ресурсов. Блин, мне это нравится. Так, давайте добудем еще немножко камня, чтобы заделать все остальное. И еще, давайте сразу же это железо по дороге добудем. Еще бы сейчас найти алмазов, хотя бы на какой-нибудь меч и какую-то броньку. Нет, ну на броньку вряд ли мы добудем сегодня алмазов. Ну хотя бы на какой-то меч и кирку. Тогда было бы супер. Так, блин, еще не хватит. Да и кирка уже закончилась. Так, ладно, координаты спавнера у меня есть. Черт побери, все же нужно бы это заделать, чтобы никто его не нашел. Хотя, даже если кто-то найдет, все равно вряд ли он сможет что-то здесь сделать. Так что спавнером, наверное, я займусь чуть позже. Ладно. Где моя печка? Где мое железо? Так, я ее вот. Вот, я ее не потерял, она здесь рядом. Правильно я шел, но свернул к спавнеру. Так. В общем-то вот, пускай пока будет сетка отображаться, я буду видеть, где мой спавнер, и... Господи, опять упал. И потом его заделаем. Так. Замечательно. Так, аккуратненько.
Железо как раз переплавилось. Отлично, я пришел вовремя. Так, наши отличные приключения. Делаем 3 кирки. 1, 2, 3. Супер, 3 железных кирки. Нормально. Господи, контакт прекрати. Кто там что делает? Так, и давайте вернемся к спавнеру, заделаем и пойдем добывать ресурсы дальше. Так, у нас, кстати, там много железа. Давайте сделаем себе еще какую-то броньку. На всякий случай. Так, я же не VIP. У меня же, если меня убьют, то все выпадет. Так что будет хотя бы какая-то защита. Так, в общем-то... Получился весь комплект. Так, это все снимаем. Вот, железник. Первая серия, железник со спавнером. Ну, правда, еще без дома. Но я думаю, дом также будет. Так, поедим немножко мясца. Вот, супер. Еще добудем это железо. Так, ладно, железо, я думаю, сейчас можно перестать добывать. Потому что я уже сделал все, что хотел. Нужно идти на поиски алмазов. На поиски чего-то покрупнее. Нам нужна рыбка покрупнее. Так, спавнер у нас где-то наверху. Так. Да черт меня побери, что же я всегда падаю? Господи. Так. Наверх прокопаем. Блин, лопату не сделал. Лопата нужна. Так, кстати, вот. Что же я копаю? Так. И вот проход к спавнеру. Накопаем булыжника, закроем дыру. Контакт, успокойся. Вот, этого должно быть достаточно. Да что же там кто со мной делает? Кто-то лайки ставит или что? Ну, лайк это, конечно же, приятно. Но все же, не сейчас, не во время серии. Так, есть. Здесь у нас, кажется, запривачено. И, в общем-то, как-то вот так. Вот, закрыли. Хорошо. Спавнер никто не найдет. Хотя даже если найдут, то не доберутся. Замечательно. Есть у нас спавнер, можно будет делать себе небольшую, так скажем, фармилку для животных. То есть, чтобы ловить их в яйца. А также можно сделать маленькую качалочку. Ладно, это все хорошо, но я еще хочу алмазы. Для этого нам нужно опускаться еще глубже. Так. Железо. Давайте добудем. Оно так... Так и просится. Андрикс, добудь меня. Я хочу быть твоим. Есть. Так, тут у нас что? Большая темная комната. Алмазами тут и не пахнет. Идем дальше. Так, факелов маловато. Давайте. Так, господи, что я делаю? Давайте накрафтим еще. Так, блин, я уголь с печки не забрал. Черт побери, как. Какой же я слоупок. Ладно. Возможно, на обратном пути подберем. Так, что это? Это заброшенные шахты? Да, это заброшенные шахты. Круто. Давайте по ним пробежимся. Сейчас будет прикол, если я найду еще один спавнер. И не будет у меня приватов, потому что я уже использовал свои 2 привата. Но даже если так, то найду я этот спавнер еще один, если найду. Оставлю его зрителям. В общем-то, координаты вы увидите, сможете прийти и заприватить его себе. Кто первый, тому и повезет. Хотя не уверен, что я найду. Так что посмотрим, посмотрим. Так, глубина 17. Кажется, здесь уже должны попадаться алмазы. Но пока что глухо. Пока что ничего, только куча железа. Которое мне оно, в принципе, уже не нужно. Так, там, кажется, уже кто-то был. Кто-то был из игроков, потому что булыжник. О, сундук с вагонеткой, круто. Идем туда. Так, зомби. Господи, куча зомби. Зомби, уйди. Вы же меня не возьмете. Не дамся живым, русские не сдаются. Хотя я не русский, но я все равно не сдаюсь. Так, есть, готовы. Так, ну хорошо, что я в железной броне опять-таки. Потому что без нее меня сейчас могли бы запросто смаслить. Что у нас тут? Пусто. Да, здесь кто-то явно побывал. Так. Блин, это был страшный маневр.
мог без проблем угодить в лаву. Так, обсидиана много. Так, будут алмазики у нас в этой серии или нет? Как думаете, делайте ваши ставки, господа. Найдем мы алмазы или нет? Так, ну пока что вижу железо, вижу уголь, вижу обсидиан. Вижу булыжники. То, что я вижу булыжники, это нехорошо. Это навевает мысль, что кто-то здесь был. Вижу редстоун. Давайте добудем немножко редстоуна. В хозяйстве пригодится. Так, нормально. Еще. Главное сейчас не сигануть в лаву. Так. Алмазики, где вы? Почему я вас не вижу? Я хочу вас. Я хочу вас забрать себе. Так. Построим себе дорожку из булыжника. Так, и на всякий случай вот здесь, чтобы безопасно перебраться. Вот. Так, зомби. Давайте в лаву столкнем. Как, тепло? Хорошо? Ну, вот и замечательно. Блин, он своих дружков позвал. Зомби-житель. Господи. Так. Ну, в общем-то, я сделал круг. Ничего полезного не нашел. Только куча редстоуна. Возможно, не судьба нам найти в этой серии алмазы. Но посмотрим, посмотрим. Так. Уголь. Пустите меня к углю. А его взял? Взял. Так, ну в общем-то, давайте, наверное, сделаем быстренькую пробежечку. Здесь, по этой окрестности, поищем, что мы здесь можем найти. В ускоренном, конечно же, варианте, чтобы вы не уснули. И, в общем-то, так, я уже слишком высоко. И, в общем-то, найдем, не найдем, посмотрим. И там уже продолжим. Итак, побежали! Так, ну я уже слишком высоко. Нужно немножко, наверное, зарыться поглубже. Так, факела закончились. Господи, и угля мало. Все очень плохо. Хотя, почему очень плохо? Я нашел спавнер. Почему это должно быть очень плохо? Так, спускаемся тут. Так, что здесь такое может быть? Я подумал, возможно, здесь еще чей-то спавнер, но нет. Так. Глубина 12. Тут кто-то лаву закрывал. В общем-то, давайте попробуем прокопать немножко вниз. На ускорении, конечно же. И посмотрим, найду что-то, не найду. В общем-то, поехали. Как хорошо, что на Гавайи лава не льется. А то я сейчас был бы жареным. В общем-то, сломали мы нашу кирку. Алмазов, к сожалению, так и не нашли. Господи, я сам себя поджег. Черт меня побери. Тушись! Горю, люди, спасайте! Ладно, сейчас мы потушимся, вот. В общем-то, да, к сожалению, алмазов мы не нашли, но все же, я думаю, мы сходили в эти шахты довольно неплохо. Так, как мне здесь теперь подняться? Ладно, телепортируемся прямо отсюда. Давайте вернемся домой. Точнее, не домой, дома у нас нет. Вернемся на ту территорию, сложим все наши нужные ресурсы, которые мы добыли, в сундук. Так, сундуки, красная пыль, уголь, стрелы, все это кладем в сундук. Многовато редстоуна. Хотя, в принципе, как многовато. Седло, кожаную броню. Нужно будет ее вообще выкинуть, потому что нам не нужна. Немножко еще железа.
Но самое главное, что мы там нашли, это, дорогой мой, спаунер. Я думаю, на этом первую серию, в принципе, можно завершить. В следующей серии будем строить домик. Наверное, я либо за кадром, либо еще побегаем, добуду ресурсов. Хотя у меня есть немножко булыжника, но этого, наверное, будет маловато. Будем строить маленький уютный домик. Пока не знаю, как он у меня получится. Кстати, нужно будет еще добыть стекла. В общем-то, посмотрим, чем мы будем заниматься. Я не обещаю, что серии будут выходить часто. Скорее всего, совсем наоборот. Довольно редко, но посмотрим. Надеюсь, что все же не очень редко. В любом случае, всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрикс. И я надеюсь, что мы очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт на серверах gamai.ru. Всем пока!